В декабре 2016-го «Приватбанк» признан неплатежеспособным и национализирован. На то время руководитель Нацбанка Валерия Гонтарева утверждала, что прежние владельцы Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов выдали значительные кредиты приближенным лицам и компаниям. А в ночь перед национализацией со счетов по мошенническим схемам было выведено 16 миллиардов гривен. В результате, по словам экс-главы НБУ, общий размер выведенных денег составил 148 миллиардов гривен. Это для сравнения свыше 60 миллионов пенсий или почти 20 миллионов зарплат для работающих украинцев. И речь не о минимальных, а о средних по стране пенсиях и зарплатах. Государству пришлось взять все долги на себя. В конечном итоге за мошенничество владельцев «Приватбанка» расплатятся все украинцы-налогоплательщики, да еще и переплатят. Согласно данным Нацбанка, аудит международной компании «Кролл» выявил, что махинации в «Приватбанке» нанесли убыток государству минимум в 5,5 миллиарда долларов.